Ковыль пригвоздил меня своей стрелой пожизненно к манжурским степям. Сколько бы десятилетий ни проходило, а он все глубже и глубже впивается в мою плоть, закручивая спирально лохматую ость. И если попытаешься потянуть, чтобы избавиться от него, то лишь сильнее болит воспоминание. Дело в том, что по корням-то я вятская, потому что вот в 17 веке вятских братьев Перминовых четырех выслали на границу с Китаем за какие-то провинности. Но там существует вот эта семейная легенда, и там несколько было предположений, почему их выслали. Но я-то думаю, потому что они были старообрядцами. Перминовые, вот как раз отцовская линия, они старообрядцы. Они были казаки, потом начались репрессии. А там ведь было довольно просто, там называлось «Уйти за границу», знаете, как называлось? «Уйти за речку». Почему? Потому что перейти Амур. Мама тоже из забайкальских казаков, но из таежных, они жили в таежном поселке. Они просто вот не захотели как бы подчиняться, как они говорили, красному антихристу, и тоже ушли за речку. То есть вот эта восточная эмиграция, она была, может быть, по тому, как уходили, она была более бескровная, потому что хотя события в Забайкале были, конечно, тоже кровавые, когда белое на красное, красное на белых. Это была очень тоже тяжелая страница истории. Ну вот они ушли без всего. И там начали жить. Мы живем втроем, да еще наши кормилицы. Корова Марта и вот эта старая, масластая, все понимающая кобыла Муська. Многоликий и странный город мой сгрудился у реки. Основой его был старый город из китайских, тесно налепленных глинобитных фанс. Туда носила мама продавать молоко для китайских ребятишек. Остров, так назывался наш район. Здесь родилась я в самом красивом и крепком доме. Здесь сковывал меня ужас от маминых слез и завораживала рождественская со свечой внутри звезда. Мама была необыкновенная. Ну, во-первых, после войны, когда разбомбили дом, угнали скот и вообще остались мы в очень тяжелом положении, и семью вытягивала мама. И несмотря на все это, на тяжелую такую жизнь, она была человеком легким, веселым. Она очень много пела, у нее был прекрасный голос. Пела на старинные русские песни. Кроме того, у нее был образный язык. Она знала очень много пословиц, поговорок, присловий всяких. И бабушка была очень интересный человек. Бабушка, она вот той закваски русской была, когда она была очень стойкая. Очень стойкая, молчаливая. И нас она никогда не назидала, а рассказывала нам притчи. И вот когда я написала свою повесть «Прощённое воскресенье», я использовала эти притчи. По сути, повесть началась с того, что я захотела записать эти притчи и как бы донести для своей дочери, для следующих поколений, потому что настолько они мудры. «Мой остров. Моя охранная грамота детства. Пока женщины доят коров, цедят молоко, я сижу на порожке в сенцах, наблюдая за наступающим вечером. За воротами раздается свист, и брат, выпросив у мамы разрешение на игру, убегает. Следом уходит сама мама. Вечернее молоко она носит недалеко. Бабушка ушла к себе. Рядом со мной садится Марфушка, наша домовая кошка. Очень люблю ее книгу «Воспоминания о детстве». Пронзительная книга, пронзительная проза, которую некоторые страницы невозможно было читать без слез. Я думаю, мы были близки. Я родилась и провела свое детство на Дальнем Востоке, в Нижнеамурской области, на золотых приисках.
она в Маньчжурии. Это все Дальний Восток, это родина романтиков. Меня жизнь так мотает дома и на работе, что я к ней бегу за чем-то высоким и благородным поговорить. Хотя она не сбегает и того, и другого, потому что этот человек настолько теплый, настолько общительный. Мне приятно, что наши встречи не только мне дороги, но и что-то она от меня получает, и что она посвятила мне стихотворение, и любая литература, любая поэзия, она все равно найдет своего всегда читателя, дойдет до какого-то человека, уверена, что это останется надолго. То, что не высказать словами и что рукой не начертать, возносится над облаками и разливает благодать. Я замираю в тесном кресле, душа, как легкий херувим, как будто заново воскресла, и заново необходим мне этот мир несовершенный. Он потому не завершен, что ни подарков, ни лишений никто не может быть лишен. О беспредельном скрипка плачет, восторг по клавишам бежит, они мне жизнь переиначат, переиначат нашу жизнь. Без шутовства, без церемоний, подвластно сердцу, ни уму, свет неизведанных гармоний пробьет беспамятство и тьму. Я писала в Китае еще. Но когда умер Сталин, русским из Китая было позволено вернуться на родину. Это была так называемая репатриация. Мы мечтали жить в России. Бабушка говорила: «Я хочу умереть в России, везите меня в Россию». Мы приехали в Казахстан. Это было тоже очень непростое время, хотя это была целина, как бы. Казалось, был такой подъем, но в то же время, когда мы приехали, нужно было где-то жить. Мы продали все, что у нас было, чтобы построить дом. Вот. И мне пришлось оставить школу и пойти уже в вечернюю школу. Я заканчивала вечернюю школу, работала на заводе. А сюда я просто... Меня вятский парень привез. И когда мы приехали сюда, в Вятку, я была, конечно, очарована. Тогда еще была полудеревянная Вятка. Это было все же 35 лет назад. Были деревянные тротуары, стояли разрушенными соборы. Я ходила, не понимала, как можно разрушить, как можно не любить. Я приходила вот в Трифонов монастырь к Успенскому собору, я гладила его, там был архив, он был весь облупленный. Стояла и изумлялась, почему люди это не видят, почему они так делают. То есть меня это потрясало совершенно. Живя в Китае, мы жили этим духом русским. Мы жили какими-то традициями русскими. И вот это как бы была какая-то такая внутренняя любовь, которая вдруг оказалась как бы реальной. В глухой земле среди болот в преддверии ига векового родил догадливый народ Шаляпина и Васнецова, когда кичились власть деля, планком искусства выполняли, в нас молча три богатыря духовность нашу охраняли. Что русский голос все же жив, что суть свою он не прошляпил, навятский матушкин мотив пел на весь мир мужик Шаляпин. И не глухой тогда внимал, и не слепой смотрел и видел, как подменяли идеал, как создавали новый идол, кому служить, кому не жить, кому расти под барабаны. Устали вороны кружить над этой битвой окаянной, так помоги нам, грешный Бог, поставить крест российской смуте, вновь у развилки трех дорог наш вечный витязь на распутье. Нещадный ветер время рвет на стыке двух тысячелетий, но кто-то любящий поет в деревне дальней на рассвете. Баю, баюшки, баю, баю родину мою.
когда я приехала, мы поселились в этом дворе. Здесь были деревянные дома, и мы снимали квартиру сзади дома художников. Сейчас, к сожалению, сохранился один этот прекрасный дуб с этого двора. Остального уже нет. Вот так вот судьба меня привела прямо к стенам этого дома когда-то. Иногда получается, такие личики красивые-красивые. Как вот научились, сказали, что обязательно красивые личики, чтобы и точечки были поставлены, и бровки. Она в себя впитала целое богатство нашего промысла, потому что она всех нас знала. Она со всеми с нами пообщалась, от старых мастериц из Дымково и до молодежи, которые только начали пятнать эту игрушку. Вот даже становление до нашего поколения шло у нее на глазах. И поэтому она все это видела, во все это проникла, и она не могла не написать. Если не она, то кто? Вот. И при том она, конечно, написала искренне, это раз. Во-вторых, она очень счастливый человек, потому что та первая книжка, такие уникальные фотографии Козьминшина, когда сидит с этой собачкой. Пенкина, фотографии уникальные. Вот я думаю, что только просто надо все это оценить, воспринять, как это все есть, и низкий поклон. Но любое творчество, оно зависит не только от мастерства, которое ты приобретаешь, но еще то, что сама атмосфера, которая тебя окружает, она помогает тебе в дальнейшем развитии твоего ремесла, твоего творчества. Вот так вот мы уже около 30 лет знакомы с Надеждой Ильиничной. Ну вот в первой книге я о них не написала, потому что эти девочки только начинали, они еще учились, а потом вот было переиздание моей книжки, и тут как бы снова у нас такая близкая уже была встреча, я снова ходила, смотрела, мы говорили, и вот как бы у нас начался второй виток близкого общения. Второй виток близкого общения. Надо сказать, вот это поколение уже пришло, оно сейчас держит на своих плечах дымковский промысел. На завтра мастерица снова сядет у окна. На столе перед ней ком глины, словно кусок темного теста, прикрытый полиэтиленовой пленкой, чтобы не сох. Посидит, отщипнет кусочек, помнет, чуть задумавшись, между ладонями скатает шар. Так рождается дымка, известная ныне повсюду. Вот около 30 лет я все же вот изучаю ремесло. Этим я всегда интересовалась. Это было для меня всегда важно. И поэтому вот изучив сначала дымковскую игрушку, потом капа-корень, то есть прикоснувшись к дереву, я, во-первых, меня изумляли мастера, во-вторых, я понимала иногда, что даже мастера многого не знают, то, что было в нашей истории. И вот это нужно было непременно как бы донести. И мы сейчас оставляем наши энциклопедии, в том числе, может быть, моим томом, какое-то наследие вот наших поколений для следующих поколений, что очень важно. Работая вручную, мастера включают в свое творение особенность древней культуры ветчан, красоту родной природы, собственное вдохновение и представление современного человека о прекрасном. Этим богатством, пришедшим к нам из глубины веков, стоит гордиться, и его необходимо приумножать. Я очень благодарна судьбе, что она меня привела именно к людям искусства, что я прожила в их среде, их помыслами, потому что они необыкновенные. Началось все это с как раз нашей декад литературы и искусства по области. Вот мы ездили, мы все сдружились, и после этого мы собирались в мастерскую у Инны. Это были совершенно замечательные время. У меня потом после этих вот поездок было целая серия писателей. То есть я писала Риту Чебышеву, я писала кого? Ситникова писала несколько, Тамару Николаеву, Надю писала несколько раз, много раз. Так что, конечно, тут ведь это собирались у меня, Востриков тогда еще был, да, вот, да. Собирались у меня в мастерской. Ну, в общем, вот такие вот были у нас просто праздники. Праздники это были. Так лето отзвеневшего нам жаль.
протяжными бессонными ночами. Накинь на плечи павловскую шаль, да поведи озябшими плечами. Но не грустишь ты, глядя на метель, и грешно, заразительно смеешься. Тебе мила метель и канитель, ты этой зимней стуже не сдаешься. Что было, сплыло, но в душе светло, ведь мы работать и любить умели. Нас так страстями летними прожгло, что не страшны январские метели. Вновь на мольберте поле полотна натянуто, и ждет возврата лето, и прорастает эта белизна среди зимы неповторимым цветом. Родные люди, звери и цветы, твой зов любви, кураж воображения нас оторвут от глупой суеты, пообещав раздолье и веселье. Цветная повесть сердца твоего, она так заразительна и властна. Мазок к мазку, и больше ничего. Мазок к мазку, и жизнь вокруг прекрасна. Всегда говорят об определении счастья как о чем-то личном. Конечно, очень важно, чтобы твою жизнь разделил близкий по духу тебе человек. Важно, чтобы твои дети были близки тебе, понимали тебя, и ты их понимал. Это очень важно. Но ведь счастье еще и в том, чтобы вот почувствовать единение с природой, чтобы изумиться красоте, которую оставили предки, особенно наша Россия, потому что она еще неисчерпаема. Мы еще многого не знаем, мы многое не освоили, многого у нас не дошли руки просто. Долго зимушка колдовала, ее посту была легка, на вятке крутых увалах ослепительные снега. До Грачиного знаю срока деревушкам, что в стороне. Здесь единственная дорога во все стороны по лыжне. Здесь единственная дорога во все стороны по лыжне. А лыжня все равно обманет, приведет меня не на тракт, а в таежные глухомани, в осыпающийся куржак. Я ныряю в него с разбега, расступаются пихтачи и взрываются из-под снега лирохвостые косачи. Я ныряю в него с разбега, расступаются пихтачи и взрываются из-под снега лирохвостые косачи.